Я ни возле не спал, и по настроению более-менее. Спал тоже в поезде. Я уже 5 лет вот так катаюсь. Это было неудобно. Короче, приехал. Вот, понимаете? Мам какой-то. Да, отрезы. Вот маленький. Да. Какой? Сходите. Короче. Короче. А еще один где-то. Короче, вот. Сарапал 2 минуты. 9.55. По одной минуте технического. Я на ул. 8.39. Чернушка 7.40. Вот сейчас 7.40, чернушка 2 минуты. Вот 8.40? 7.40. Через 10 минут. 7.40, да. Там написано 15 метров. 15 метров почитал, когда вот видишь, там у вас человек 15 метров, даже Коша нашел, а у вас курилка там больше 100 метров. Короче, ничего не подписал, они взяли меня как отправили. Я такой пьяный был, даже ручки не смог, на ногах не мог встать. Тысячи
1050 сюда, 1100, на 1000 рублей одна вода. Два штрафа. А у меня даже, мне вообще брат пришел. На что? А? На что? За пьянки. За пьянки тебе надо посадить, дай бог. Выбрать тебя. Вот вчера я тебе показал. Вчера я тебе показал. Тебе так на водительской собрались. Тебе так надо было наказывать. И не мои глаза, не мои обещанные сырники, у меня нет способ. Выбрать. Сунгапурец. Да, да, да. Крутов посмотрел. Вот тебе так надо наказывать. Что, собираемся? Говорит, мужа собрали. Сколько она получилась? 62? 40. Там пойти? Да, сразу. Потому что, да, она пока мы зайдем. Сразу два сигареты мы возьмем. Одно сюда, каждую руку два. Вот так. Ты так делал? Одно в ухо, да? Ты так делал? Да, как-то я помню, конечно, курить так курить, чё? О, ладно. Так курить, да, вот так просто. Хорошо, понял. Я
Так, ну что, это еще на сколько начисто? У нас это, что мы говорим, это экспресс перейти. Да. Даже вон, кулька успела находиться, а я нет. Она же успела подукать. Блин, а поезд пронесся. А? Поезд пронесся. Отдуваем. Чернушка. Чернушка, одна где-то. Чернушка. Я ее освежила, и хорошо, да? Ну, сколько? Да, с тобой выспишься, бля. Как начал путь дохвалить, так... Я не спал, ты должен спать. Скажи. Я как выйду, так и будет спать ложиться. Ох, я высплюсь. Да. Нет, тут... Ферром. Возьми, зашивай. Это не быстрее. Не хозяйка, что ты делаешь? Или себе делаешь, не удивлять кого-то. Я навешу больше. Возьму на такие жениздевры. Не надо, я все готова. Все на готово будет, сидит на шее. Я дома только на чистую. Не, я вкусно готовлю. Я люблю готовить. Все ладит, да? Если захочу, вот так. Что там следующее тогда? Очередь. Сейчас. Сейчас. Я не люблю очередь стоять. Сиди нормально, не поднимай. Что-то сиди, 55, по-моему. Давай. Ладно, сейчас. Вставай. Садись прямо на него. Такой культурный нашелся. Сядьте с вами, все равно все берем. Удобно мне? Прямо с этим не верно. Еще очередь стоят, я не люблю вообще. Где ты сейчас очередь? Да есть пока. В кассе стоишь? Под кассой стоишь. Сколько раз внимания обратил? Вот так. Одну кассу работает. Вот один кто-то сказал вторую кассу. Да. Я все говорю, вторую кассу вызывает, и я стану уже первым. Получается. Все молчат, что ты такого должен материшься не улыбайся. Скажи, ты, пожалуйста, вторую кассу. Правильно. Стоишь там в услуге. Сразу звонил. Стоят человек 20. Вот, блин, у кого язык нет? Алексей, не сняйся, штор открой. Я... Нефтик открой. Нефтик открой.
вот мы сверху также, да? Я не помню, через полчаса что. Спи, спи, что ты это самое время еще надо есть. Скоро пойдет надо. Отдыхай пока. Ладно, тут поспишь. Тут на ногу сядет, другой чуть-чуть поспался. Там друзья Алиева ждут Петя тебя уже. Блин, такой бормочет. С чемоданом, да? Там друзья Алиева ждут тебя уже. Алиева ждут? Уже ждут, да. А что, он мне деньги доставит, да? Да, они эти деньги привезут на вокзал. Скажи, на тебе деньги. Не переживай. Да. Я, наверное, 100-тонную водку провёл. Они в пути на дурок. Они трудятся. А, вот так. В пути на дурок, да. Пока не слышал. Да. Я никогда не сказал, что они трудятся. Все ходы записаны. Мы ничего не боятся. Чемодан денег ждет, когда вас ждет. Лайки за просмотры. Сфокусы, друзья. Просто вот сидишь. Одно слово про Лева говорил, следующий день уже телефон. Взял один, что-то натворил, приезжал, он взял его матери посадил. Разве как можно, это вообще общество. Вот так говорит. Вон там. Зачем? Откуда я знаю, твой? Вот тебе карты положит. Не знаю, вот так рассказывает у нас, да? Рассказывает вот один. С этого с Албани. Пока.
Там же все ему уже надоело, то есть все нравится. Да? Уже свалил. Да. Обратно? Не, не обратно, он какой-то другой, он себя говорит, теперь называется гражданин мира. А-а-а. Поехал в другую страну. Какую не помню. А, он, наверное, не понравился, а там его много денег просто надо. Ты не помнишь, в какую страну он ехал? В Узбекистан. В Узбекистан. Не знаю. Нет, он где там взял. Министр культуры Чувашии. В Карабах поедет. В Карабах? А, ну да. А этого журналиста Чукова сколько лет посадили? Его посадили. Которых гражданин Израиля, Россия, Белоруссия, Украина, там сколько там стоит. Журналист. Фамилия это? Который ты, Лукашенко, Белоруссия поймала тоже на Белоруссию. Просто в Карабах ходил там через таможню Азербайджан, смеялся над этим. Какая природа красивая, смотри, зачем тебе эта политика нужна? Нет, ты уже наговорил себе на хороший чемодан. Любуйся пока от природы. Нет, она должна узнавать. Это прямо такая, прям, ну, я не знаю, необходимость, да, Фамилия? Я по своим политикам там. Москвы встретил тебя. Да, и я уже позвонил. Меня уже сопровождают от Краснодара там. Вот видишь, даже двери не открывают. Чтобы не убежал. Я уже все. А у тебя ждет еще. Черный воронок на приедет. С чемоданом денег, да. А где этот самый, вот, который. Да. Чемоданом бегает. Волгограда, да, Волгоград? Три человека. Один чемодан будет нести за тобой. Волгоград. Под руки держать. Волгоград это был, да? Чтоб ты отвез. 200 миллионов, правда? Он связан, он захопал это здесь сюда. 200 миллионов, мешает. Это Сатур, что ли? Да, что-то давно про. Да, он потом мне звонит, с кем ему что делать. Он потом сам признался. Не знаю, все не вышел, это 200 миллионов. Вот так вот, парень. Это сколько? 300 рублей стоило вроде бы. Да. Он закопал их в яме. Закопал в яме, потом позвонил жене. И его по звонку определили. Да? А, ну позвали. А это я так слышал, что он не знал, куда его девать, сам позвонил. Он позвонил жене, там деньги отправил ей еще, что прошло полгода, наверное. Думал, все, забыли. А его этот по звонку местонахождения определили. И под белые ручки его. Да, 200 миллионов украл, забыли про него. Да. Там... Не говори. Забыли. Ну, забудем. Не, Алексей не был такой. Мне показали яму, где эти деньги были закопаны там в лесу. Ну, да. Яму копал. Встроенный микрофон там? Камера. Камера? Где? Думал. Вот здесь камера. Вот. Один ты, что ли, здесь? 1-0-0-7. Ты не веришь, что ли? Как не верю? Вот я веру, как же верю. Вот камера. Я не могу сделать. Там он разошелся. И высотишь далеко? Я не знаю, или там, или... Зашелся замок, не могу... А, нормально сделать. Позже. Сделалось. Да, сделалось. Скоро, Алексей, ты тут будем смотреть. А, нашу звуку тоже записываешь? Скоро будем смотреть? Конечно. Куда на без звука записываешь? Ну... Друзья, не буду сзади, ты живешь. Назови фамилию свою. Нет, Серена там... Как фамилия? Голос из... Фамилия, Иван как? Петрович. А где живешь? На Боровском крае. Фамилия очень известная. Да-да-да. Владимир Владимирович. Водитель есть? Нет. Папа.
по стране. Остальное я не читал. Я официально сколько? Женат? Официально? А не официально сколько раз? Я живу с одной проекткой попозже. Ах, вот она, откуда ветер дует. А я думаю, почему это Порошенко сейчас все... Это твоих рук дело? Ты его поставил, агент? Не, она сама русская, она тут. Она сама русская. Так что ли, это русская. Она русская, она сама. Татьяна Викторовна, это русская. Почему? Азербайджанка? У меня подруга с Махачкалы, зовут Ира. Фамилия? Фамилия Велиев. Так? Велиев. Не, у жены. Велиев, моя фамилия. Как фамилия? Алиев. 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 Алина Нигейдар. Не, Иванов, шучу, я все не живу. Иванов. Нет, ну просто по окончанию фамилии, может, фамилия украинская. Первая жена, да. По окончании, по началу. Ну, не, она сама из Сызрана. Да нет. Ну, тетя сейчас там, сестра там, на гействе там. Тетя. Сколько уже? Да? Не понял. Сколько лет мне? 4 года. 4 года. 4 года расходимся. Не официально, да? Я сказал, родишься, я буду еще начинать с этого родишься. Как вы мыслите? Ну, а что ты просто так же? У нас ничего не связывает. Какой ребенок, да, он связывает. Конечно. А то привыкли вы все на халяву. Да я больше ничего. Спасибо. Сейчас почти все так живут, да, вот плохо человека вот не спрашивают, то тоже, наверное, на закон еще, правильно? Они же пока я буду верить. Прокурор, паспорт посмотри. Нет, прокурор да посмотрит, с этим смотрит сразу. Ну вот, тем более. На слово не верит. Еще не дедушка? Мальчик есть? Наверное, есть человек, брат. И она не расскажет, что есть брат. Подожди, зверюга, ты даже ей конфету обещал. Какую конфету? Ну, она, кто я потом сказал. Да? Не хочу перебивать. Я он сразу замолчал, как ты конфет показывал. Сразу замолчал. Да? Ну, да, успокоил. Удивляюсь, он компьютер хочет он нашел. Я все замолчал, да. Я так не прав, он обычно говорит, что он ходит в туалет.
Все понятно. А потом у вас на работе живет девочка, Надя. Ну, умничка, умничка, можешь, когда же хочешь. Она хотела рассказывать. Знаешь, когда получилось. Тебе не Алиев. Ты что, с туалета взял бумагу? Это не с туалета, это полотенце. Покажи ему. Там тоже полотенце? А, ты сам бери, а я с собой. Вы с собой везете. Вы с собой везете. Возьми с собой тоже. Казённая. Вот она. Нет, она 68 рублей. Две упаковки, тебе хватит. И до Азербайджана, и до места. Не, я беру эту влажную салфетку и оторву себе. Чтоб ты не убежал от радости, что тебя там чемодан денег ждет. Тебя там два человека будут охранять. Черный жилеток. Обрызы? Обрызы, да. Сейчас выйдешь, сейчас чуть-чуть тебя дам. Пойдем пухать туда. Там мувад будет. Да. Это ты предложил. Жесткий, да, он согласится. Еще это маленький за границей. Видишь, какой вот, там низкий кран разный. И все разные, да? Все разные. Другая одна на другую не похожа. Как бы там дробиком такие. Нет, там есть розы, да. Это как раз насыпало. Да, он прям такой. Алексей, почему ты без комментариев? Да? Потом комментируешь? Мотор молодец. Нет, что бы там делать, мне нечего комментировать. Потом. Как есть, так и оставлю. Да? Конечно. Если тебе комментируют, то сколько мне нужно болтать? Где столько слов у вас? Не, если заплатили бы нормально, можно болтать, если все просто так. Анекдоты рассказывал. Так, что хотел сказать? Что надо пойти умыться. Это, Алексей, хотя бы там меня хвалить. Иванов Петр Васильевич. Хвалю, да? Хвалю. Хвалит товарища Алиева. А там слышно, о чем мы говорим, да? Конечно.
на Бурге ехать тоже нет. Вот поэтому я тоже покупаю сигарку, да? Вот и себя послушайте потом. Алексей, хвали меня немножко, хвали меня. Я его для тебя хвалю очень сильно. Просто я не командир. Иванов Петр Васильевич, я тебя хвалю очень сильно. А вон это в Ютубе есть. Вон здесь в Ютубе осмотрел, я это смотрел, да? Вот так раз он, я смотрю, что-то его похоже. Да ладно. Серьезно я смотрю на него, он вот здесь. Что там, кого-то видел, рыжего? А, рыжего сейчас покажу. Это этот, по-моему, скинхед. Дорога Россия, западная. Ну, ничего едет. Вон дорога туда. Она даже там откроется. Это не мои. Да, я знаю. Ну, дорога туда уже. Да, нет. Вот еще дорога России, два. Вот туда даже, да? Вот первая. Мне чужую не надо. Мне своего вот вторая. Нет, мы жали Западная Сибирь. А. Эх, Семен Петрович, как ты так делаешь? Она все дорогу. Где? Видо дорогу Россия. Видо дорогу Россия 2. Вот он сам. Китайцы уже даже здесь копируют твои видео и заливают их своего. А что, у меня их больше тысячи, 1500 видео. 1500-1600 видео моих. Твои? Да. 1600 слышно. Москва, Симферополь. Симферополь, 17. Прям твой, да? Да. Москва, Симферополь, 17. Ну, что-то наоборот написано. 16. Во времени. Нет, вот так вот. 16 здесь, потом. Самое последнее сверху. Во времени выкупки. 19. Да, там можно отсортировать. Число номера. Число года рождения. День рождения, когда. Там я еще не закончил это, мы уехали. Там 18 серия, по-моему. Неделю назад, а число надо ставить. А я не отмечаю же, там этот автоматический. Три недели назад.
я тоже буду снимать. Я твои 50. Буду крест поставить. Давай бизнес. Отберу это бизнес. Отберешь видео? Бизнес, да. Одну. Ой, горе какое. Беда какая. Конкурент. 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 Там уже есть конкуренты. Да? Ну как, одно это не конкуренты, это просто снимает, ребята тоже стали Юг в России размещать. Вот видишь его от пива? Вон, да. Подобрел его. Да, видел? Видел? Архангельский трак, дорога, дорога. Не твой, да? Нет. Ты зайди на мой аккаунт. Там смотри все, что ты подряд. Это просто ты тоже можешь снимать. Теперь нет вложений, да, правильно? Да. А вот видеомонтаж как снимать, да? Ведь почему не запретить видеомонтаж? Ну есть видеоредакторы, такие программы. А зачем монтаж делать? Людям, да, ну, чтобы мозги людям закрутить. Вот сделает вот тебе, да, примерно, жена с кем гуляет, под видом монтажа я отправлю, спасибо, мама, вот теперь, блядь, дома. Не, ну это легко определить. Так, легко? Конечно. Где фотошоп, где фотомонтаж, это легко определить. Ты смотришь, что ты какой тебе капит у другого места, весь, да, ты сел, выше, там, ел, блядь, и все. Или вот в заднице простросил, как картофель. Демократия. Так, ну что, небо синее, да? Небо ясное. Да вы записываете, да? Ну, ручки нету. Она уже час. Часа два, час с лишним пишет. Там у нас это наработали, что-то понравилось. Ну, скоро остановка будет. 8:40. Долго стоит? 2 минуты. Что ж, как будет? 7:40, так. 8:30. За замок сюда, приложил. Два раза. Я на Волгу и 2 минуты. Давай. Давай вы лучше агрессор выходите, там все рыбачки можно купить. Там. Там это у них зарядка, да, стоит, да? Я не видел. Когда что поставить, как поставить зарядку? Я вот съел вчера вот. Съел, все. Съел. Ты не пользуешься. Ну там ползают, тут собака не играет. Что, сползают? Вот я как сползают. Ну вот интернет, где видел, да я не видел тебе интернет на хате. Ну ты понимаю, вон он интернет, когда ходит, что там. Снимает, там качает, перекачивает там. Восемь часов.
Мы вот в том году ездили в Москву, по позапрошлому году с Москвы, получается. Да, на Новороссийск, когда ездили 14 часов. BMW куда? Курсовой куда? Нет, ну я делал 26 часов. Да, 6 часов самое. Белый лит. Тем новый КамАЗ. А это вот это есть? Евро 2, Евро 3. Они жесткие. Там не поедешь. Вообще не все. На другой КамАЗ. Это да. Удобно. 20 минут. Вот 20, когда поедешь, он тоже. Вон качалки нефть качают. Черное золото. Вот еще качалки. Раз, два, три, четыре, пять. День и ночь. Надо погулять в следующий раз. Ты недавно начал, а тебе ночью просят. Не хочу, мне нравится. Нравится? Да. Потом, когда раз нравится. Да. Я могу. Тебе более хорошо? Кальян нравится. Ой, я это вообще. Дыма много, Чтобы на работу пришел. Сижу. Откуда вот его?
ходил. У Виктора у меня нет такого голоса. Черный голос. Черный. Через час вернулся, что порядок после. Вот он знал уже все. А я его беру. Как он вышел, я его беру через окошко. Ну, мало. Сюда что-то стелил очень. Не то, а где? Я его был очень. Эй, ты вообще вчера не помнишь, что ты вообще не знаешь, кто спал. Сейчас снова будет, я бы сам не отвечал. А че я выкинул? Идет опять садилит, да, за блоком. Тогда. Да, просто посадили. Раньше вот у нас датчик помог. Набираем просто там на пути. Сейчас не дадут, сейчас арестуют. А вот это, Афганистан недавно смотрел, да? В прошлом году. Мужик старик говорит, я буду делать его ворачивать. Я ничего не брат у меня недоумевает.
дальше. Пароход вместе с батюком зашла все. А он написал мне, побежала за ним. Он мне звонит, в армию команды, с ним в сарае. Ваня и сарай, такая подолжечка. Я побежала за ним. С точки свалилась, зацепила за гостью, голова вообще всем голову. Ладно, проходит месяц. Опять же, кто-то бегу за ним, погреб падает. Я не увидела попу, что открыл, дал там. Я не снимала. Думаю, детство больное из-за него было. Вот так было. Гаражи. Брат. Где-то у меня было дергаешь. Ты за одно. Я брата не так. Твою? Я первый. Первый. Трату раз пропустил, тебе первый. Здесь на топ штраф. И на ум пешком дойдет. Я размещаю, Александр. Я размещаю. Разговаривался, да? Сама добрая. На вось попался. Иди отсюда, иди там будет. Thank you.